Портал «Добродел» продолжает помогать химчанам решать проблемы. Только за эту неделю туда обратилось 324 жителя. В зимние месяцы больше всего жалоб поступает на качество уборки снега. Так, в одной из заявок химчанин просил очистить от снега территорию рядом с 28-й школой на пересечении улиц Чернышевского и Крылова. Просьбу выполнили, однако в целом у жителей этих кварталов нареканий к качеству уборки нет. Никаких проблем нет. Убирают регулярно, пока если машины не заставят. Когда машины заставят, то тяжело, конечно, убрать, а так убирают. Еще одно обращение на портал поступило от жителей дома номер 4 по улице Ватутина. Они просили очистить территорию от снежных завалов. В ходе проверки администрация выяснила, что управляющая компания недобросовестно выполняла свои обязанности. Так как компания не справляется с собственными силами, ей было предложено заключить дополнительный договор на обслуживание. Территорию убрали силами подрядной организации. Моментально, да, реагирует компания, которая заключила договор сейчас, в том числе и мы будем стараться влиять, да, на качественное исполнение, вот, чтобы не допускать, конечно, повторных жалоб. Потому что, как вы видите, комплекс большой, здесь необходимо поддерживать комфорт. Чтобы не допускать множества жалоб, сотрудники теруправления ежедневно мониторят свою территорию. По возможности, недостатки устраняются в тот же день.